Сборная Владикавказа «Пирамида». Мы не хотим вылететь с 1/8. Нас не возьмут по итогам СМС-голосования. У нас в Осетии нет СМС-ок. Это у меня. Сегодня самая сложная игра за всю историю КВН. Сегодня встречаются такие команды, как дубы-колдуны. Они же колдуны, они все могут. Иркутск.ру. Интернет. Это сколько шуток можно скачать? А Питер? Это же вот эти вот. Ужас! Нам реально страшно. Реально страшно за Саранск. Подожди, Давид, но эта шутка уже была в высшей лиге. Сейчас актуальней. А. Сейчас группа мощнее. Так, встали. Ну что, Москва, вот мы и здесь. Теперь-то losing sight. Ты что сказал? Я говорю, поставь нормальную музыку, пацан. А ребята с нашей команды думают, что общаются с помощью телепатии. Там сейчас наш музыкант. Я говорю, сейчас там... На! Не может быть! Расскажи им! Там, короче... Не наш музыкант. А у нас реклама. На Рижском взморье снова я. А там, где я, всегда она. А, не, не реклама. Это песня? Да. Вот сейчас, наверное, реклама. Все мы видели красочные рекламные ролики Nike, Reebok, в которых участвуют звезды мирового футбола, такие как Бекхэм и Зидан. А теперь посмотрите, как эти рекламные ролики крутят на вьетнамском телевидении. Do you wanna play? А? Сыграем? Да. Адибадас, Кагуашиня! Так, кто поставил свой красный Ламборджини у входа в зал? Я говорю, чей красный Ламборджини стоит у входа в зал? Там пробка образовалась людям, не зайти, не выйти. Я говорю, чей красный Ламборджини стоит у входа в зал? Чё ты орёшь, это твой? Я знаю. Но не все же знают. Дамы и господа, осетины на дискотеке. Ваши билеты. Ну а теперь обычные случаи в ресторане. Добрый вечер, что будете заказывать? Ничего, нам вот с ним всегда было интересно. Вы вот эту салфетку на руке зачем носите? Просто... В последнее время в Осетии особой популярностью пользуется игра боулинг. Колобок, колобок, я тебя съем. Глаза! Дамы и господа, осетины на дискотеке. Вторая попытка. Ваши билеты. Это на трамвай. Ну а у нас в эфире передача «Криминальная Осетия». В этот день Заурбек Байцаев, как обычно, вышел из дома. Он еще не знал, чем для него закончится этот вечер. И тут он увидел криминального авторитета Таймураза. Таймураз подошел к нему, и мы с вами видим развязку этой уличной трагедии. Напоминаю, что передача «Криминальная Осетия» идет в прямом эфире. Дамы и господа, осетины на дискотеке. Последняя попытка.
ваши билеты! Ну, наконец-то! Добро пожаловать! Себе оставь! 1812 год. Битва Бородино. Переломный момент. Шагом! Шагом! Кто их нас? Кто? Цель! Не стрелять! Подпустим их поближе! Первые ряды плотнее! И без паники мне! Без паники! Подпускаем их поближе. Еще ближе. Мамочки. Внимание! Огонь! Как известно, из всего выступления всегда запоминаются последние слова. Поэтому... Осетины! Чемпионы! Точно! Осетины! Чемпионы! Извини, что я тебя перебил. Осетины! Чемпионы! Путин!